There's a cold front moving in. Prepare for cooler conditions as we... Полиция! Открывай! Опять у нас кто-то кукухой поехал. Это наши частные дела. Иди своей дорогой. Подожди, может, он знает Барри? Могу вам помочь? Возможно. Ты Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Служили вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес! Может, проведаешь его, когда он успокоится? Ладно, почему нет? Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимей. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Эй, Барри, у тебя там все нормально? Молчание – знак согласия. В другой раз зайду. Вон там. Охуеть воспитание. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. Барри, я ничего не перепутал. Ну кто там? Это я, Ви. Сосед твой сверху, помнишь? На днях про машины трепались. Ты нахваливал Мидзутани Сион. А я сказал, что это говно для позеров. Ну, помню. Тебя, козла, забудешь. Ты на меня так посмотрел, что мне захотелось в пустошах сныкаться. Помню, да. Чего тебе? Да так, поболтать зашел. Говорят, ты совсем из дома не выходишь. Догадываюсь, почему. Мне знаком этот взгляд. Слишком часто он бывает у людей вроде нас. Вроде нас? На копа-то не похож. Друзей теряют не только копы. В моем деле мы тоже все под смертью ходим. Привыкнуть, конечно, можно, но тут уходит кто-то очень близкий. У тебя тоже?
Заходи. Я тоже потерял друга. Самого близкого и самого лучшего. В смысле тоже? А, это ты про Эндрю. То есть они тебе сказали. Он был мой самый близкий, самый старый друг. Он всегда готов был меня выслушать. Как вижу, в полиции Найт-Сити все та же жопа, что и была. Один раз типчик из Мальстрёма прямо у меня на глазах убил мелкого пацана. Просто чтобы поржать. Я ничего не мог сделать. Подонка защищала корпорация. Прикинь, пиздец. Классика. Потом, конечно, кто-то шефу занес чемодан с баблом. И знаешь что? Во всех отчетах написали, что парень сам себе мозги вышиб. Ага, прямо у тебя на глазах. У меня тогда внутри сломалось что-то. Понял, что все. Не могу. А потом Эндрю не стало, и все покатилось. А больше друзей у тебя на службе нет? Ну вот, Петрова, Мендес. Петрова хорошая баба. Но ей этого всего не объяснишь. А Мендес, вообще дубина. Он думает, что нам, копам, слабость не прощается. Но убили мальчишку. Это жизнь. А кто раскис, тот сопля. Но про Эндрю ты ему рассказал. Тебе правду? Я много об этом думал. Короче, Петрова и Мэнда знают далеко не все. И это к лучшему. Расскажешь, как погиб Эндрю? Не то, чтобы погиб. Он умер. От старости. Ну, а что ты хочешь? Он на пару лет младше моей бабки был. От старости? В Найт-Сити? Да ему памятник можно поставить, чтобы весь город знал, что так бывает. Да, смешно. Достаточно урны в колумбарии. Мендес прав, нужно взять себя в руки. Поднять жопу и послать мир нахер. Да что ты, я должен типа взять и забыть, что я видел. Пацана этого и даже Эндрю. Они мертвы, а ты живой. Нельзя застревать в прошлом. Ничего не изменишь, если будешь сидеть и упиваться жалостью к себе. Короче, хватит с меня. Как скажешь. Межклановые конфликты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Thank you.
Ну нельзя же так! Отойди от меня! Вон там. Но она смотрит к небе. Ни хрена себе. Глянь-ка сюда. Ты это видишь? Либо я совсем поехал, либо это какое-то мистическое откровение. А как зовут ту эзотерическую тёлку? Мисти?
Да не, это у меня нейроны шалят, надо показаться Виктору. Хотя, можно и к ней зайти. У Барри серьезные проблемы. Черепаха была его единственной радостью в жизни. Кажется, ты начинаешь понимать. Нужно рассказать его друзьям. Надеюсь, еще не поздно. Ну, знаешь, как бывает. Если долго смотреть в бездну, она начинает смотреть в тебя. А Барри за свою жизнь столько насмотрелся, что может в бездну и шагнуть, недолго думая. Вам что-то конкретное говорил об этом своем потерянном друге? Немного. Да ничего почти. Только обронил как-то, мол, это единственный, кто его понимал. Да, не у каждого есть такой друг. Дела у Барри плохи. До того плохи, что он предпочитал общаться не с вами, а с черепахой. Это типа шутка такая? Какие уж тут шутки. Дело серьезнее некуда. Барри было трудно в полиции. Он не справлялся. Его гнобили. Но он от вас и закрылся. У него никого не осталось, кроме вас и черепахи. Это был его лучший друг. Память о бабушке. А потом друга не стало. Охренеть. Чушь какая-то. Ты надо мной стебешься? Нужны доказательства? Загляни в колумбарий, он выкупил там место. Но зачем он нам врал? Он же говорил об этой черепашке, как о настоящем человеке. Ну а что бы сказал Мендес, узнай он, что Барри разговаривает с животными. Господи,
Я думал, что он придуривается, что просто раскис. Мне надо с ним поговорить. Ну, наконец-то. Спасибо за помощь. Возьми за труды. Без ордера ты сюда не войдешь. Хватит, парень. Давай просто поговорим. Петрова рассказала мне про твое последнее дело. Просто жесть. Значит, шеф велел молчать в тряпочку? У меня тоже такое было. Один урод детей убивал. Оказался из правления Петрохема. Ничего с ним не сделаешь. А у меня до сих пор это перед глазами стоит. Пацан в зеленой майке, а на ней желтый кот мультяшный. Заходи.